Я рад приветствовать любителей мрачной романтики на канале Думаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием «Апокалипсис Гарри на краю света». Ну что ж, дорогие друзья, мы там прибыли в какой-то порт, уж очень он был странный. Здесь какие-то непонятные животные, всего много непонятного, походу ручка от ножа, что ли. Так, подожди, а нож... А, мы его не забрали. Рыбка. И глаз ее потух. Она умерла. И вот какая-то камбала тут. Чувак отдыхает. Не могу сказать, что ему это не нравится. Эй, слазь, ну. Воу, 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 ух ты. Фрухты. Ну-ка, лестницу можем забрать? Может, нам и залезть надо было? Цветочек. А, нам надо... Как раз, чтобы слезть, нам нужна лестница. Только куда ее пришпандорить? А, ну, наверное, вот сюда. Так, подожди, надо тут аккуратнее. Тут птица какая-то многоголовая. Наверняка она жрать хочет. Подберем. Не кусай меня за спину! Мне страшно, что она может куснуть меня за спину. Ох, мы нож смастерили. Сейчас мы эту птицу подрежем. А может, это не ради птицы, может, это рыбу распотрошить. Наверняка. Офигеть, как странная картина. Вообще, довольно-таки интересно. Мне вот очень нравится визуал в этой игре. Она, считайте, была... Игра написана... Видимо, вдохновлялись разработчики картинами 15 века. Вообще, различного рода искусства. И все такое сюрреалистичное... Блин, это круто, конечно. Это очень круто. Я жду жести. Но жести, походу, здесь не будет, вы знаете. Я не знаю. Я не знаю, будет ли здесь жесть. Мне кажется, в игре не хватает этого. Так, так. Вскрываем рыбу. Я делаю тоненький надрез. Подожди. Надрез. В глаз, что ли, ткнуть? Куда ты хочешь, чтобы я тебя ткнул? Вау. Фига себе. Значит... Расчит... Так, я не... Что это за клоунада? Понятно. Много голов. Мы должны накормить. И накормить хорошенько. Ну-ка, давай покормим. Так, подожди. Только не говори, что мне надо каждую кормить отдельно. И типа еще надо запомнить, какая из них ела, а какая нет. На, жри. Еще жри. Так, две. Не особо сильно уверен, что нам хватит. Ну что, все? А вот теперь это точно должно быть все, да? Типа... Ключ. И надеюсь, что она нас потом повезет куда. Там моя рука? Так, а замок-то сломанный. Зачем нам сломанный замок? Он, наверное, так просто открывался. Механизм-то не работает. Все вывалилось, завалилось. Так, ну я так понимаю, что нам нужно все шестеренки расставить, да так, чтобы... Так, Гарри, прекращай. Как-то... Подожди. А если вот сюда? Наверное, здесь как-то правильнее будет поставить. Так, это... А, нет, их две. Больших две. Возможно, большая последняя будет вот здесь, потому что здесь вроде как бы расстояние такое приличное. Что ты как-то... Ладно. Ну, тут видно, вот мы как бы замыкаем. Тогда вопрос, зачем это? Нет. Как-то все очень странно. Так, ну мне явно не хватает шестеренок. То есть тут просто надо было грамотно выставить все. Но вроде как бы вот здесь похоже на то, чтобы мы выставили грамотно. Но не совсем. Так, ну вот тоже вроде. Вроде и здесь и достаем, да? О, все, механизм пошел. Вот, открыли.
Так, птица, ты сама тут доберешься, да? Сама поешь. Офигеть, где они такую птицу нашли? С такой можно в цирке выступать. Фига себе картина. Какой-то святой отец, епископ сидит. Мух отгоняет. Мне кажется, Гарри до конца не доживет. Ладно, мне вот любопытно, больше всего любопытно, конечно. Это вот это вот ждет дракон, чтобы мы выплыли в море, походу. Так, крысу надо отогнать. Ну-ка, пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда. Я не знаю, что с нее. А вон там сзади что-то лежит. Так, так, потрогаем. Мужику плохо, его, возможно, тошнило. У дядьки сабли за спиной, пойдем заберем. Мне кажется, сабля нам вообще подойдет. Здравствуйте, можно я вашу саблю возыметь? О, 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 прям чувствую. А вот там, походу, палка, молот какой-то. Да, о, соединим? Да, ну ты что, серьезно, нет? Серьезно, не соединим? Не соединим. Дедушка, дайте, пожалуйста, что у вас там есть? У вас что-нибудь есть? У вас мухи одни только. Так, а вот с этим поговорить насадом. Вау! А вот это было неожиданно. Мне нравится такая неожиданность. Заберем лезвие. Ну, пойдем ковать. Сейчас мы всем покажем. У нас будет меч. Сейчас я всем покажу. Так, сюда. Ага. Сюда. И давай ковать. Вот молодец. Вот так бы в жизни ковалось. Один раз шмякай и все. Давай крысу отгоним. Крыса пошла вон отсюда. А ну-ка. Да как? Ты что не знаешь, что с крысой? Ткни ее мечом. Может, дядьку? Мы реально хотели рубануть мужика? Давай еще. Капец какой-то. Так, может, еще. Может, еще рубанем? Вот этого. Можно я вас рубану? Пойдем-ка с птицей поговорим. О, она взялась и всех мух съела. Сейчас накакает на крысу. И все, да? Вот смотри-ка, все. Святой отец, вы довольны? Сласти уже в конце-то концов. Не солидно вам там баловаться? Вон оно как. Опа, опа, мы все сделали. Золотишко держи, наверняка тебе... Не, подожди, вот ему, наверняка паромщик. Это паромщик, он сейчас нас... Корабельных дел мастер. Вот держите целую сумку денег, поплыли. Капец, конечно, бросить в воду вообще лестница нам не нужна. Как мы сходить-то на берег будем? Так, а куда все делись? Че, все погибли, что ли? Вау, пойдем посмотрим на небо. Луна какая шикарная, его посмотрите. А я могу что-то двигать? Походу нет. Это наш путь. Наш путь получается, да? Вот за гагуля с нацистским каким-то знаком ненормальным. Потом фужер шампанским или птичка, которая пьет воду, что ли. Я не знаю, еще один спутник точно такой же, только задом наперед. И какая-то штука, овечка маленькая, не знаю. Пойдем сюда, может быть, здесь надо путь, наверное, указать нам. Потому что очень похоже на табло. Так, только как нам лучше двигаться? По какой дороге, как говорится, нам лучше идти? Так, подожди, 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 ты куда побежал-то? Гарри. Олдман. А-а-а. Даже так. Так, а эти две я трогать не могу. Они какие-то зеркальные, типа. Я понял. Так, нам нужно найти, да, вот эти вот... Ну вот я вижу. Их 4 штуки, как раз 4 здесь. Так, а вот овечка.
Ага. Гарри, не кашляй. Так, подожди, нет, овечка не последняя. Последний, наверное, будет у нас все-таки космический корабль этот непонятный. А, тут нет космического корабля, ты посмотри. Значит, овечка. Так, а подходит ли? Ну, вроде похоже. Так, тут какая-то непонятная... О, проскочила, наверное, вот она, да, была? Нет? Так, ладно, непонятная. Тут вообще какие-то другие левые знаки. Чё такое? Кто-то меня кинуть хочет. Может, я на не доберемся так, нифига. Ладно, пойдем поищем что-нибудь еще, может быть, здесь есть. И какая-то веревочка есть, давайте подберем. Но зазеркалить надо нам, вот что. Ух ты, это какая-то лужа кровавая. Походу, мы всех убили, я подразумеваю. Учитывая, как мы хорошо лихо мужику пьяному, который просто уснул на корабле, руку отрубили, чтобы накормить демона какого-то водного. Так, а это что? А это ведро. О, ведро с Ну-ка. Помыть надо палубу, отмыть от следов преступления, я понял. Сейчас мы все отмоем. Созвездие. Так, так, так. Нам надо здесь на всем этом поле найти созвездие. Луна мне нравится, она вообще, типа, мне плевать. Посплю маленько. Я луна. Пошли все на... Так. Подожди, а вот это вот что-то я могу крутить, нет? Я вроде как бы ничего сделать не могу. Воу-воу-воу, смотри-ка, подсвечивает. Так-так-так, что-то должно значить. Что-то должно значить. Но что? Воу-воу-воу-воу, полегче. Нам нужно найти вот это созвездие, ткнуть на него, посмотреть расположение символов и использовать. Я понял, все-все стало ясно. Так, похоже. А, нет, оно тут двойное, не похоже. Так, так, вот здесь, может, нет. Тут, может, где-то что-то припряталось? Они же вот как бы типа двойные, но вот очень похоже вот на вот эту. Где я видел ее? Вот здесь вот видел где-то. Вот. О, похоже же. Один в один. Раз, два, три, только тут их что-то многовато, по-моему. Вам так не кажется? Тут же больше, чем четыре. А, одна начальная, она была зафиксирована. Ну-ка, пойдем, пойдем зазырим. Трусы запузырим. Давайте посмотрим. Ну-ка, давай, давай. Вот эта первая загогуля, она... Тут такой вообще нет. Тут такой... А, вот же она. Почему нет-то? Вот же она. Это же она? Она. Так, давайте смотреть. А, такая штука есть? Есть. Есть. Какой-то непонятный кружочек в центре, крестик есть? Есть. Здесь что? Какую-то шняшку надо ненормальную найти. Тут такое не вижу. Подожди, вот, наверное, было, да? Нет, похоже, нет, вроде не похоже, не шиша. Блин, мне так хочется, чтобы это было. Вот это похоже. Вот это какая-то хрень ненормальная. Гарри. Не знаю. Нет? Гарри, мы плыть не можем? Вот последнюю вот эту не могу найти, походу ее нет. Так, ладно, давайте, наверное, тогда поищем еще по созвездиям. Может, найдем что-то еще, потому что здесь дофига похожих на медведицу.
Пойдем зазырим. Давай-ка, давай-ка, Гарри. Не филонь. Так, что у нас здесь есть еще? Что же еще есть? Что же еще есть? Наверняка она, знаете, типа так припрятана. Как-нибудь очень коварно. Там наверх я подвинуть не могу. Может, она маленькая? А может быть, нет. Вы знаете, я что заметил? Что голова Луны, она меняет свою внешность. Когда я... То есть, она, смотрите, она движется, во-первых. Во-вторых, она поменяла лицо. Вот буквально 5 секунд назад. Может, это так и должно быть? Я не знаю. Я пока новую картинку не нашел. Я пытаюсь просто понять. Вот это... И... Если, типа, у нас с вами здесь не сходится, то должно же что-то другое сходиться. Если здесь этого нет, то какой-то другой, может быть, символ будет нарисован. Но пока ничего не нахожу. Возможно, мы просто не... Я думал, просто, может быть, за Луной спрятано как раз. Типа, здесь вот есть это созвездие, оно прячется за Луной. И нам надо эту Луну как-то вот отодвинуть. Я даже не знаю, правда, как. Видите, внешность меняется, но я думаю, что, возможно, это просто, да, так. Ладно, будем искать. Потому что, ну, пока непонятно вообще. О, ребят, смотрите-ка, выполнил. Оказывается, все правильно я выбрал. Всю ту самую штуку я все правильно сделал. Просто там был еще последний... Ё-моё. Там был последний символ, который... То есть их там было два похожих. Поэтому я неправильно первый раз подобрал. Но второй раз все нормально вроде получилось. Странно все очень, конечно. Я там еще, правда, пробегал. Продумал, как там можно было бы что-то там еще сделать. Походу, эта штука то ли стреляет, то ли что. Ты, надеюсь, сейчас не меня зарубишь? Ага. И что я должен... Ага, должен не умереть, походу. А, давай посмотрим, что это такое. Понятно. Но мне нужен порох и ядро, это по-любому. Так, вот надо, чтобы потом пыш мы могли засунуть. Понял. Так, сюда спустимся, что это такое? Давай подтыкаем туда палкой вот этой вот шикарной. Нет? Так, вот яйца какие-то лежат. Пойдем соберем. Это ядро, это не яйца, яйца, это ядра. Так, смотри-ка, а это перья, что ли? А ну-ка, давай соберем. Это, походу, мы кого-то можем... Из кого-то можем курочку сделать. Да? Нет? Так, а вот в ту сторону. Воу-воу-воу. Это у него цветок, что ли? У тебя цветок на лапе на твоей. Офигеть, опасно. Так, ладно, еще посмотрим. Возможно, нам нужно ядро обмакнуть, что ли. Вот, вот. Вот. Средневековая логика работает. Пойдем сюда вот. Вот, 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 нормально вообще. В петуха превращаем. Ядро, в петушиное ядро. Так, что тут у нас? Ага, мы взять не можем. Надо, наверное, позвенеть и быстро спускаться. Да, быстро, 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 быстро. Так, ну, значит, понятно. Он же сюда идет. Вот здесь встанем. Быстро, 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 быстро. Сейчас он такой, я подымусь. Что там, гусь-перегусь, подымусь. А мы такие, ха-ха-ха, дурак. Обманули дурака. На 4 кулака. Оп-оп-оп, разошлись. У нас есть какая-то веревка, что ли? Что, зачем она? А, это фитиль. Пойдем вставлять фитиль. Ща мы все сделаем. Только вначале надо на пушку-то все-таки отодвинуть. Я понял. Давай это. Ага, а то сейчас нас там прижмет, я вам так скажу. Так, засовываем. Как нет-то? Когда да. Ну вот же, есть, на. Вначале же ядро. По всем правилам так.
Хватит болеть. Ты нас на это не проведешь. Так, соединить я, значит, это ни с чем не могу. Так, его тоже ударить не могу. Эй. У вас пушка дырявая. Так, там что-то пропихнули. Мы что-то пропихнули. Теперь-то ядро могу засунуть? Конечно. Я думал, вначале там типа порох, потом ядро, потом надо будет пыш. Пири-пири-пыш, пири-пири-пыш. Ну что, теперь-то фитиль вставим? Я не могу фитиль вставить. Так, подожди, а что-то там нам мешает? Может, фитиль надо тоже запетушить немножко? Ну, типа, в масло вот это засунуть. Не в масло, а вот это, в зал, как оно. Ну, вы поняли, короче. Чтобы он не опасный стал. Ну-ка, можем? Не могу. Ты бы быстрее бы это думал, потому что, дружище... Вот-вот, и мы с тобой... Еще могу, реально? Проделаем комбинейшн сейшн. А хотя что я могу с ней? Ну да. Типа еще раз. Я думаю, вряд ли, наверное, это, нам это надо. Хотя все может быть. Может, игра просит, чтобы мы... Типа, я не знаю. Ну так ты сюда зайди. Все поймешь. Вот типа сюда. Нет? Так, а если я подвину? Ну иди, двигай, двигай. У нас, в принципе-то, нет огня, чтобы я мог поджечь фитиль. Может, нам надо как-то с ядром соединить? Да вряд ли. Бенч! Спрут! Так, пока он пока он контужен, пользуемся моментом. Быстро рвем его на части и забираем на... Воу-воу! Сейчас, по-моему, не лучший момент кашлять. Ух ты! Воу! Мне что надо делать? А мне надо... Ух ты! Не попасться! Я понял. Не, мы так просто не поддадимся. Плыви, братюня. Уплываем. Оп-хоп. Хватай рыбу. Отвлекающим маневром будет. Давай, хватай рыбу. Нет, рыбу мы хватать не будем. Так бы кинули в лапу ему. Он такой, что, поймался человечечек. А хопс и нет. А это рыба. И сука, да я от тебя плавать буду. Ау. Я понял. Воу-воу-воу-воу! Уворачиваемся. Осколки, по-моему, прям четко на меня падают. Опа! Опа! А потом, наверное, и осколки, и спрут, и еще кула за жопу кусает. Наверняка так и будет. Ох, кислорода-то у меня легкий вообще. Сразу видно, человек не курящий. Я же говорил. Я же говорил. Оп, оп. Давай, его там осколками не завалит. Хопа. Но про акулу, конечно... А, не плыви! Про акулу я, конечно, шутил. Я надеюсь, акулы-то здесь не будет. Да. Схвати деревяху. Схвати его за ляху. Не, ну блин. Что же за беспредел-то у вас здесь такой творится в вашем море? Да ё-моё, я же отплыл! Ты же отплыл! Ты же отплыл! Ну какого? Мы же вроде отплыли. Или мы плавать не умеем? Да... Едит раскудрить, я выберусь наружу и когда-нибудь вообще.
Вы меня начинаете уже раздра... Да. Так, я чувствую, что я уже близок. О, наконец-то. Наконец-то мы всплыли. Ахи, всеми против меня. Угу. Что у нас тут? Так, тут прыгать надо наверняка. Опа, прыжок. Давай сюда подойдем. Поближе подойди, прыгать будем. Так, я понял, как бы, да, что прыгать так просто не получится. Забираем. Еще палку возьмем. Еще вот эту палку. А мы весло делать сейчас будем, да, походу? Так, нам будет до ведра достать. Так, ну давай. Я так понимаю, что мы топором, наверное, сейчас подцепим. Давай, иди сюда. Ну ты даешь. Походу мы плот должны... А, мы должны четкие деревяхи, да, как бы, чтобы мы... Так, тихо. Вот сюда. Вот, я не могу? Нам нужно, чтобы пазл собрался, походу. Ага. Соберешь тут с вами что-нибудь. Так, а это что такое? А это ничего. Возможно, нам нужны инструменты. О, вон оно что. Так, тихо. Теперь нам нужна вот такая палка. Похоже на нее? Что-то не очень. А вот это похоже. Давай, оп, хорошо. Так, инструменты. Собирай, молоток. Так, ну это явно нам не надо. Теперь вот такая вот палка нужна, странная. Потом молотком все заколотим. Сделаем в лучшем виде, как в лучших домах Европы. Вот это похоже она, давай. Хорошо. Так, а что-то там еще какой-то кусок... А вот же он и проплыл, ну ладно. Давай еще раз. Мне интересно, я прям сейчас могу колотить? Нет. Вот это... Она была... Ай, пропустил. Так, ну что, мы это все собрали. Давай сколачивай. Не разводи руками, все нормально. Колоти. Как плотник истинный. Ха-ха. Смотрите, на все руки мастер. Настоящий вот, вот жених ты, посмотри какой, а. Женище просто. Все умеет, руки золотые. Погребли, конечно, куда-нибудь. Че, куда тут? Ведро давай заберем. Пожитки свои соберем. Тут что-нибудь можно еще притырить? Так, вот это вот давай. С чужого-то корабля упрем. Нож, конечно. Это нам очень надо. Бочка. Ага. Давай, ножом. Хоп. Там русалка, что ли, была? А какая русалка? Там змей какой-то, ты посмотри, опасный. Эу. Дай веслом ему. Веслом дай. А, фух. Это он помогает нам. За благодарность, что мы его спасли. В благодарность, точнее. Тут такие твари сразу-то и не разберешь, дать веслом или подружиться. Сами понимаете. Дело такое. Пока разберешь. If only Harry could erase this terrible memory. Ordeal by water was supposed to reveal the truth about Zula. But Harry didn't believe in the guilt of his beloved. Although sometimes, when she would disappear in the night, the disturbing dreams were haunting him. In them he seen Zula deep in the dark forest, dancing frantically by a fire. Fire. Получается, он тоже начал уже подумывать, да, что она, возможно, это ведьма? Не был уже уверен. Тут что, там мертвое животное лежит, посмотри. Что такое? Не знаешь, что с этим делать? Я не знаю. Да ножом давай. Нет?
Походу нож тут не работает. А, нам, смотрите, надо, походу, типа что-то в этом, типа лестнице что-то сделать. Может, я палкой смогу вытащить палку? А, тут еще я. О, вон она что. Ладно, аж непривычнее как-то. Давайте, может, это заберем. Я так понимаю, что ничего мы собрать. Правильно, палка ее. Сема. О, корзиночку притырили. Теперь я могу это собирать? Типа в корзину, наверное, надо складывать. А-а-а. Да вы, молодой человек, в руках носить не хотите? Я понял, почему он сопротивлялся. Так, тут что-нибудь еще есть? Да вроде как нет. Туда сходить нельзя, кошмар какой-то один творится. Мертвые животные везде. Болезнь. Так, а что, ты залезть не можешь, что ли? Ну давай эту первую. Ага, понял все. Вбиваю просто люто. Давай следующую. Как там? Ну, ножом давай. Нет? Ну так вот залезь, я не знаю, повыше-то. Ты посмотри, он не хочет лезть. А эту собрать можешь? Похоже, нет. Так, а теперь-то? Так ты... Окей, слазим. Все не так, как показалось на первый взгляд. Я думал, что все очень просто, но не тут-то было. Походу, что-то еще должно быть. И, возможно, нож нам в этом поможет. Пока не могу понять, что конкретно нам нужно подрезать. Но что-то подрезать надо. Тут вроде как бы вообще ничего больше нет. Очень странно. То ли это криво сделано? Вот как бы у нас непосредственно два отверстия. Я сейчас их вижу, да? То есть раз и два. Все, пожалуйста. Втыкай пинч в одно, пинч в другое. Все, и мы залезли. Но походу это не для нас. Это для слабаков. Мы-то люди серьезные. Нам такое не надо. Ты залазить будешь? А, смотрите, тут еще камень есть. Типа, а-а-а. Мы еще... Может, еще не то взяли? Типа, это сюда подойдет, а то нет. Вот так, что ли, имеете в виду? Да давай залази. Давай, давай, выше, выше, выше. Да нет. А что тогда тебе не устает? Я что-то, видать, не понимаю просто. Я понял. Я понял, что я ничего не понял. Так, да. Ты, может, ее за... Вот ты какой малый-то. А ну-ка, давай вот эту тоже воткнем. Давай, ну-ка, я понял. Надо заточить. Хо-хо! Это ты молодец, хорошо придумал, ладно. Ценю. Так, давайте тогда. Ща воткнем, так воткнем. Я думаю, че за... Молодец, давай дальше полезли. Давай на эту ногу ставь. Ща давай. Кость заточить, а? Как он? Как он такое? Кошмарная штука, я бы за нее бы не брался лучше. Так, смотрите, мы на какой-то, видимо, специальном... Я не знаю, это что такое, это мост опускает, что ли? Такое чувство, что здесь уже давно сломалось, и кто-то даже погиб и воняет. Тут явно трупами пахнет. Я чувствую. Но нам надо повесить, я это понял. И нам, походу, нужно так повесить, чтобы сбалансировалось.
оба понесли. Давай сюда вот. Оп. Так, так. Пошло дело, пошло. Давай хватай. Сейчас проверим заодно. Может, смотри, я могу две на одну повесить. Хитро-хитро. Так, давай снимаем. Ну-ка, вот сюда. Ага. Угу. Так, ну-ка, в ту сторону. Вот кто тут. Тут кровопийцы кошмарные. Фига у вас москиты. Это похоже на кузнечиков, а вот этот явно москит, походу. Или он главный самец. Так, это что такое вообще? Это, походу, что-то, что может убить этих насекомых. Нормально вообще. Шлепнул как бог. Так, давай. Вау. Фига себе тут место. Ну-ка, пойдем подберем. Видали, сколько тут места? А вправо я не могу также посмотреть? Наверняка могу. Хоп. Теперь я буду ходить с этим носиком. Вон цветочек. Хотя я уверен, что я где-то уже по-любому пропустил один как минимум. Ну не знаю, почему-то мне так кажется, что мы один да-да пропустили. А, пойдемте-ка тут поюзаем. Тут видно, что место для трубочки. Ну вот это место же для трубочки. Ага. И что нам нужно делать? Кольца снимать? А, понял. Только подожди, а куда нам надо все это перетащить? Вот в этот ряд. Или нет? Не знаю. Я запутал. А, вот, все нормально. Ну, я так думаю, что, наверное, нам надо все вправо перенести, да? О, да. На, тебе загадка, получи. Видите ли, в город не пускали идиотов. Раньше старались не пускать в город идиотов. Но это местный житель, он не считается, он здесь родился. Как бы его, возможно, могли впустить. Типа, ты должен пройти проверку, такой умный человек, молодец, заходи, такие нам нужны, иди работать. Сразу же его куда-нибудь пристроили, а идиоты нам не нужны. Так, что у вас тут валяется? Это что такое, часть ребенка? Я тут, в принципе, не удивлюсь. Какая-то битая шняшка ненормальная, вот можно лопату собрать. Пирожки, походу, какие-то испечь, ну когда посмотрим, что такое. О, следы какие-то. Тут явно видно, что это кто-то... Цветочек. Кто-то гадил. О, здесь что происходит-то? Там все горит, что ли? Так, дальше посмотреть нельзя. Но тут прям явно что-то есть. Тут лопатой надо использовать, лопату. Ну-ка, давай покопаем. Возможно, труп спрятал кто-то. Может, мы... Средневековый... Да ну, ты чё, брось, как так, лопата не подходит, тут же видно. А, земля, наверное, слишком сухая, пересохла земля, надо что-то, походу, сделать. Я не знаю, что вот это за штука такая, походу, то ли битая посуда это. Ладно, погнали. Пойдем посмотрим, что. Палку могу отломать? А, вот эту могу. Вот так вот. А, мы воду должны найти. Так, так, так. Так, тут явно нет воды. Вот здесь дергалось сильно. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тут вода, тут вода, тут вода. Ну, в принципе, можно было, не надо было быть идиотом. В принципе, где деревья, если они растут, вполне возможно, там рядом вода. Давай копать. Копаем. Давай, ну-ка, вода есть?
Ты копай еще. Че, копнул там один раз, так конечно не достанешь. Давай, давай, посильнее копай. Не стесняйся. Вот, молодец. Так, воду нашли. Все, чувствуете, да, уже село начинает там. Вот, опять же, к тому вопросу о том, что идиоты нам не нужны. Пришел умный человек, воду нашел. Польза деревни, все счастливые. Все думают, прекрасно, спасибо, что вы к нам прибыли. Огромное вам спасибо. Вот, в доме у вас там ничего взять нельзя. Мне бы, конечно... Так, походу, короче, нам надо еще... Я понял. Это, наверное, части посуды битой. И мы сейчас с вами, наверное, разожжем костер. Изготовим еще посуду. Это кремень. Это чик-чик-чик, чтобы можно было разжечь. Я понял. Так, вот это что такое? Мать. Ей надо воды дать, я понял. Так, давайте ведро, тут надо ведро точно. Там наверняка ведро. Ну-ка. Заберем. Так, дорогая моя, ты помочь мне не хочешь? Что это такое вообще? Что это за боб валяется на земле? Я не могу понять, это ребенок твой, что это? Так, давайте воды наберем. Так. Оп. Молодец. Пойдем разжижать. А, мы там, наверное, разжижать-то и не можем. Что, пассивы надо полить в первую очередь. По-любому. С таким количеством пшеницы ты, конечно, тут не забалуешь. Ага. Собираем. Сейчас пироги напечем. Вот кашу из топора почти делаю. Только вот тошняга непонятно, зачем мне на полу валяющаяся, если честно. Это может типа жерновов что-то в этом духе? Чё это такое вообще? Не могу понять, что это. Ну вот типа жерновов. Так, и... Ага. Все. Печкем пироги, то тут люди с голоду помирают. Только он эти испек и сам сожрал. Неплохо у вас тут деревня. Вкусненько. Спасибо. Кушайте, дорогая моя. То вы уж очень болезненно выглядите. Что, теперь секас у нас будет? А, нет, она нас ведет куда-то. Сейчас нам покажет, как пройти в другую часть деревни. Я-то думал. Мало ли вдруг. Но у нас любовный герой, конечно, он же не стал бы предавать свою любовь. Он ради любви-то, посмотрите, что творит. Это типа жертвоприношение. И это женщину ту забрали? Так, это походу ту женщину забрали, что ли? Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, остановимся на этом моменте. Довольно любопытно все получается, и мы с вами справляемся, мы молодцы, и вообще, в принципе, интересно все выходит. Я надеюсь, что в следующий раз мы с вами сможем, может быть, даже закончить игру. Она не длинная, эта игра короткая, насколько я знаю. Кстати, еще что там, вот папоротник какой-то растет. Надо корову покормить. Интересно просто посмотреть, чем это все дело закончится. Мне очень любопытна эта игра в том плане, что... Я ожидал здесь больше, ну, как я и говорил, больше жести, больше какого-то сюрреализма, но я не наблюдаю этого здесь вообще, и я не знаю, как это будет, но в любом случае, мне хотелось бы ее закончить, посмотреть, доиграть. Надеюсь, вам понравится. Если вам нравится эта серия, если вам понравилось это видео, то, конечно же, не забудьте поставить лайк. Прокомментируйте это видео, поделитесь им с друзьями, а также добавляйте плейлисты, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ну и подписываться, конечно, не забывайте, а также жмакайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!